сел, ребят, уселся, почувствовал солнышко. Ну, по крайней мере, сейчас сидел так прям долго. Конечно, некоторые мусорят, бросают какой-то мусор с балкончиков. Вот все-таки мусорить нехорошо. Стараюсь пользоваться мусорными ведрами в квартире, да, а не бросать с балкончиков. А то потом вот такие вот хорошие кочки гуляют. И этот мусор. Мальчик! Асик! Куда ты, Асик, домой? Вот, ребят, никак. Асик, иди к маме. Асюсик, Асик, иди сюда. Иди сюда, иди, иди поглажу тебя по твоей длинной шерстке. Иди сюда скорей, скорей. Скорей тебя поглажу, 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 поглажу. Ох, где ты? Где ты, мой мальчик? Усаживайся, все. Давай посидим, понаслаждаемся солнышком. Усаживайся, усаживайся, усаживайся. Хватит, хватит бегать. Хватит бегать туда-сюда. Что такое беспокойный? Сядь, сиди, сядь, сиди. Все, все хорошо. Нет никаких собачек рядом. Успокойся. Успокойся, успокойся, мой мальчик. Успокойся, мой хороший. Давай немножко погуляем. Вот, ребят, приходится вплоть даже до уговаривания, да? Такой вот у него какой-то все беспокойный момент в жизни. А природа сказочная здесь. Ой, 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 расслабился, вроде сел. Смотрите, как красиво. Зелененькая такая поляночка, да? У нас такой вот прям вид с балкона на эту полянку. Очень классно. Ну, чё ты? Чё ты, мальчик? Ой, маленький, хороший котик, Асик. Наслаждайся солнышком. Дыши глубоко. Ну все, ребят, будем с ним гулять. Если он, да, если он останется. Ну, хотя мы уже сколько с ним? Уже, наверное, минут 7 точно гуляем. С его вот такими беспокойными движениями. Иногда он в окошко сядет и сидит, а сейчас что-то вот все... Все что-то посматривает. Все какую-то очередную собаку ищет. Не, побежал в сторону дома. Асик! 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 Кск! Хозяйка твоя здесь. Вот все, ребят, побегу тоже с ним домой. До следующих выпусков. Пока!